об которой мухи дохнут? Доска. Доска, конечно. Кто сказал, что это доска? Вот у капризов он будет разговаривать, да? Так, еще кому-то. Так, следующий. А вот скажите, пожалуйста, единица счета по осени. Единица измерения колбасы. Грамм. Нет, папа. Рулон. Кто сказал папу? Чувствуется тема близкий человек. Хорошо. Это обратная сторона затылка. Тема. Лоб. Нет, это какой лоб? Лицо. Тема. Кто сказал лицо? Послушайте. Передай руки лицо. Так, хорошо. Затылок. Я думаю, что правильно. Лоб. Здесь пункт. Так, задание будет следующее. Нужно будет назвать наибольшее количество елочных игрушек. И тот, кто скажет последнее слово, оно самое главное, тот получит суперприз. Вифлеемская звезда. Гирлянда. Единорог и Снегурочка. Было уже. Колокольчик. Я готовлю приз. Макушка. Колокольчик. Орешник. Тип. Ангелочек. Месяц. Ёлка. Волки. Шишки. Небо. Обезьяна. Дед Мороз. Шишка. Шишки. Еще последние три версии. Самые-самые такие, чтобы ближе ко мне. Снегурочка. Бусы. Резка. Коровод. Еще. Ёлка. Банан. Тортик. Лошарики. Ладно, отдаем дальше. Сейчас мне подъем. Помощники. Он на меня.